Ценить настоящее и помнить о прошлом. В День города жители и гости Самары возложили цветы к стеле «Город трудовой доблести». В торжественной церемонии приняли участие вице-губернатор Юрий Рожин, глава Самары Елена Лапушкина, председатель городской думы Алексей Дегтев, главы районов, представители предприятий и общественных организаций, почетные граждане и официальные делегации городов-партнеров Бреста и Уральска. Я от лица Дмитрия Игоревича Азарова, нашего губернатора, хочу всех вас поздравить с очередной годовщиной рождения нашего городского округа. Прежде всего, конечно, хотел бы пожелать ветеранам труда нашим, те, которые ковали славу нашему городу, труженику, здоровья, конечно, а всем нам благополучия, мира, удачи, добра в доме и светлого неба над головой. С праздником, дорогие друзья! Глава города Елена Лапушкина подчеркнула, что сегодня Самара – промышленный, научный, культурный и туристический центр. Благодаря национальным проектам город получил новые импульсы для развития. Строится жилье, детские сады и школы. В разы увеличился объем модернизации городского хозяйства, дорожного ремонта, благоустройства скверов и парков. Но все это было бы невозможно без трудового подвига жителей Куйбышева в годы Великой Отечественной войны. Находясь здесь, на нашей легендарной безымянке, около стела города трудовой доблести, я каждый раз задаю себе вопрос. А что было бы с нашим городом и каким бы он был, если бы не было тех людей, в честь которых мы поставили этот мемориал? Людей, которые на пределе своих человеческих возможностей трудились, которые открыли свои дома для эвакуированных и делились с ними и хлебом, и кровом, которые под открытым небом зимой и летом выпускали продукцию для фронта. И самое малое, что мы с вами можем сделать для них, дорогие друзья, это благодарно помнить. Эту память передавать из поколения в поколение. И каждый раз говорить спасибо тем людям, которые позволили нам поздравлять друг друга с 436-м днем рождения города Самары под мирным небом. Я вас, друзья, всех поздравляю, и пусть наша с вами память будет крепкая, а благодарность бесконечной. С праздником! Напомним, мемориал памяти в виде 26-метровой стелы и 10 информационных пилонов появился на Аллее трудовой славы в декабре прошлого года, после того, как Самаре было присвоено почетное звание «Город трудовой доблести». Михаил Ермоленко, Светлана Кудрявцева, Константин Головин, Василий Колдашов. События.